Привет! Зачем на самом деле вам нужно учиться замораживать продукты, полуфабрикаты, готовые блюда? Ну, не ради самой заморозки. На самом деле это очень удобный инструмент, который помогает вам экономить время, силы и деньги, которые вы каждый день тратите на кухне. С помощью этого инструмента вы сможете больше времени посвящать тому, что вам по-настоящему нравится, и меньше времени тратить на покупку продуктов, приготовление еды, мытье посуды, уборку на кухне и так далее. Вот для этого нужна заморозка. Я приведу пример. Вот если вы когда-либо были в ситуации, когда вам не хватало времени или не было сил готовить, ну, например, у вас был маленький ребенок, или сейчас есть, или аврал на работе, там, сдача готового отчета, вы поздно приходите с работы, вы устаете, или поздно забираете детей из кружков, приводите их там, после школы, садика, занятий, тоже нет сил готовить, или ситуация экзамена, болезни. В общем, все ситуации, когда у вас не хватает, вам не хватает каких-то ресурсов, времени, сил или денег, вас в этих ситуациях спасет система, при которой у вас в ситуациях, когда ресурсов много, вы создаете запасы для того, чтобы их использовать в ситуациях, когда ресурсов не хватает. И вот когда у вас будут запасы, а заморозка это и есть эти запасы, вы никогда не будете ощущать, что вам не хватает времени. Или вам надо готовить, а сил нет. Или, ну не дай бог, ситуация, что надо готовить, а продукты не на что купить. Вот для этого нужна заморозка, чтобы создать вот эту систему, при которой никогда не будет кризисов. Например, у вас нет времени готовить, ну тогда вы используете тот запас полуфабрикатов или готовой еды, который вы заранее заморозили. Или в ситуации, когда у вас нет сил и желания готовить, ну соответственно вы отправляете свою семью и говорите, найди что-нибудь в морозилке, они сами спокойно приготовят, даже если вы будете отсутствовать или будете лежать на диване без сил. Ну, то же самое в ситуации, когда не хватает денег купить продукты или нет возможности зайти в магазин, у вас уже будет готовая еда и продукты, и запас этих продуктов в вашей морозилке. Чтобы делать заготовки и готовить впрок, вам надо перейти от старой парадигмы, которая называется «я готовлю сегодня столько, сколько мне нужно на сегодня», к новой парадигме, которая называется «я планирую и готовлю с запасом, чтобы мне хватило на сегодня, на завтра и на послезавтра». И вот именно об этом тренинг, о том, как перейти к этой новой системе, о том, как ее создать, и, конечно, о том, как замораживать продукты, полуфабрикаты, готовые блюда. То есть по результатам этого тренинга вы не только научитесь это делать, вы не только узнаете, как соблюдать технологию заморозки, хранение, разморозки. Самое главное, вы сможете создать такой стратегический запас готовой еды, полуфабрикатов и продуктов, который вас спасет во всех ситуациях, когда надвигается кризис. Вы не будете никогда ощущать, что вам не хватает времени, или энергии, сил, или денег, потому что у вас будет этот запас, и вы перейдете к новой парадигме, к новому способу готовить. Приходите на тренинг, он об этом.